Народ, земляки, сограждане, к сожалению, в нашем Казахстане есть такая корпоративная составляющая в виде олигархов и коррупционеров. Мы, Народный совет трудящихся, заявили о своей независимости, самостоятельности и суверенитете от этой корпоративной составляющей. Уважаемый Касым Жомарт Кемелевич, мы поддержали ваш курс, изложенный в ваших многократных посланиях об истинной власти нашего многонационального народа, о национализации всеобщего неделимого народного достояния, которое, к сожалению, выводится и вывозится этими олигархами и коррупционерами. Для этого мы объединились. Но запрещенный в Казахстане канал БАСЕ, возглавляемый супругами Садыковыми, оболгал нас и оклеветал нас, обвиняя в сепаратизме. Этот процесс подхватил Облязов и другие многочисленные блогеры, которые стали вводить народ в заблуждение. Но наша деятельность на протяжении уже многих последних лет подтвердила, что она всегда сопровождается только мирным решением поставленных задач, а также сохранением территориальной целостности нашей республики. Нам и нашим близким поступают угрозы жизни. Все видео и скрины доказательств имеются в наших телефонах, которые изъяты сотрудниками КНБ. Заинтересованные лица специально используют данную ситуацию для раскачивания розни в стране. Просим вас взять на контроль все соцсети и выявить провокаторов. Мы не хотим стать кровавой жертвой в чужих играх. Просим вас, Касым Жомарт Кемелевич, как гаранта сохранения прав человека и гражданина, оказать нам поддержку и призываем всех к благоразумию.